Да, да. Вот если мы стонем. Прорезаем. Хоть... То у тебя получалось на глиссандо на прошлом. Обратно то же самое можешь. Тоже можешь. Они же все идут подряд. Вторая часть. Не завышайся. Вторую, ну хорошо, но если, ну, так, конечно, не должно быть, ты не можешь спеть неправильно. Но если ты ее занизила так, ну ты потом тогда находись, ну ты же потом не в гармонии вообще. Так. Ну что делать будем? Дальше поем, дома будешь заучивать. Мы же не можем сидеть и это все это придумать. У нас, Александр говорит, что же не шарманщик. Пошли, иди. Вторая часть. Тогда, я не знаю, или не полный квадрат, или что там получается тогда, как ты это спела? Что, опять включать? Ох! То есть просто вместо этого хода идет две вот таких группы. Поэтому тогда все, конечно. Что там, со второй части? И по увереннее. Еще разок пошли. Причем так хочется, чтобы там не было, на кульминации не было дыхания. Или как-то можно по максимуму. Сама уже знаешь, уже на себе проверила, что как только максимально мы дотягиваем вот в таких кульминационных моментах, получается так органично. Понимаешь, да? Как бы не хватало, Вероника, дыхания, там как бы, я не знаю, цепляй! Ну прямо вот иначе выпадает вот это. И вот это все губами готовится заранее. Все это так неестественно. И уже встали, уже приготовились, все так методично. Все, органики нет. А ты органичная девочка. Еще разочек оттуда же, я молчу. Yeah.
ничего страшного. Может быть, мы все-таки там изменим на кульминации, оставим тебя в грудном регистре и изменим мелодию. Конечно, она уже не такая будет с точки зрения. Мне всегда, Вероника, ты не стесняйся, потому что дело все это наживное. Сегодня мы споем в такой интерпретации, а через месяц, через год ты вернешься к песне, ты споешь в другой интерпретации. Ты споешь, как она и была там наверху. Но в данном случае, первый раз, почему ты завысила, тебя перешкалили эмоции. То есть ты ноту не ту спела, да, завысила ноту, очень явно завысила. А в таких вещах, понимаешь, нельзя, при всем при том, что я за то, чтобы ты была органична, чтобы все, но никак нельзя распускать здесь мышечно, понимаешь, держать нужно. Ушла в головной, сильно завысила там, вот перед этим был кусочек. А здесь не получается такой кульминации. Либо если мы оставляем эту интерпретацию, то есть оригинальную интерпретацию, мы если оставляем, то тебе нужно наоборот, вот с методом от противного, уйти наоборот вот в такую энергетику, а уйти наоборот в энергетику на пиано. Что-то сказала много. Ну я поняла. Ты поняла. То есть понимаешь, отыграть это наоборот, как вот, там слова какие? Вот именно в этом месте. Ну и все заново начинается. Все да, по кругу. И вот понимаешь, как будто все заново. Понимаешь, кульминация может быть и шепотом. Все заново. Понимаешь, я же не орала, но это кульминация. Понимаешь, выглядит как кульминация. Попробуй сыграть так. Попробуй. Пошли оттуда же. Поищем вариант. Если не получится, потому что... На головном регистре там у тебя он как-то вот пока не получилось. Мы будем и тот, и другой вариант пробовать. Угу. Потом решим уже перед сдачей. Реально. Да, оттуда же. Вторая часть. Когда идет та-та-та-та-та-та, тоже распределяй динамически, оно не может сразу, иначе потом у тебя, ты можешь интереснее подать голосом, то есть это идет, ну, работа в динамике идет песня. Если все-таки не отыграем этот момент, если не получится там до конца сделать, как мы можем изменить мелодию, чтобы не уходить на этот верхнюю ноту? Дайте этот, вот этот прямо в руку. Вот и все. Ну а что делать? Если мы останемся на грудном регистре, нота какая будет? Си бемоль? Нет, там, вот ход, который... До си бемоль. Модуляция. Модуляция до. Угу. Пробуем еще раз. Пробуй сейчас сделать кульминацию крещендо, остаться на той ноте. Попробуй. Пошли еще раз. Прямо этот ход. Почему не дышал там сейчас? Не знаю. Я удивляюсь. Когда разговариваете, дышите. Еще разочек оттуда же. Все, еще разок. Ее.
получается, да? Она та же нотка. Ты на нее приходишь и на ней остаешься. Еще разок. Но тебе будет хороший толчок, понимаешь? У тебя будет стартовая площадка. Ты возьмешь там вдох. Мы там изменяли, вы играли, она потом допевала. Ну, давайте сейчас сделаем так, как мы решили с Александром Валерьевичем. Тогда два слова беру. Да. Александр Валерьевич играет на крещендо тогда. Если мы сохраняем вот этот вариант, то тогда будет крещендо, то есть будет кульминация у Александра Валерьевича, и ты включаешься. Пошли черточкой этот ход. Сейчас ты спела, успела и дыхание взять, то есть понимаешь, нам надо как бы останавливаться уже, нам петь через 10 дней, даже меньше. Давайте так вот, да. Получается, она выше. Сыграйте этот ход, она вот вот. Ну что, где? Да глухня, ну та же нотка. Еще разочка, это же место. Что это такое? Ну, спорит, главное, спорит. Пошли. Дыши. Дыши. Получается, мне на этой же ноте остаться. Так ты, это же мы по мелодии-то, мы же ее не меняли, мы только убрали верх. Я знаю. Люди, милиция, помогите. Я-то пела просто на траля-ля. Влазит на траля. Не тебе надо, тебе надо вмещать. Да, травес что? Como mia. Como mia. Как переводится como mia? Не знаю. Как это? Como mia, известное такое выражение. А, como prima, la va pa. Ну это по-итальянски. La va pa. Внутри. А? Травес, como mia, хождение внутри. Что, Испания, Италия, кома одинаково. Да? Ты поняла? Поем еще раз. Можно вложить комы и так далее. Поем со второго припева, там где переход идет другой. Да, второй куплет, второй припев. Вторая часть припева. Куплет. Тарифа. Припев. Куплет. А, да, да, извините. Вторая часть. Солнце не окидали.
порядке. Не те были некоторые, но по крайней мере, слышала, но по крайней мере. Но, Вероничка, сейчас это было все форсировано, сама знаешь. Ты сейчас, конечно... Я даже достала там. Да, но, да, ты сейчас все там достала, все это было на форсе, и ты как бы немножечко вышла... как немножко потеряла вот эту стилистику, вот этот испанский, вот этот шепот, вот этот морской бриз, вот этот ветер вот в ней как бы вот, он был немножко потерян за счет, вот, да, Саныч? Вы что можете сказать по данному? Ну, слишком громко, слишком сразу набросилось на это место. Не-не-не, Вероничка, ты, ну, понимаешь, вот еще тише. Он уже некуда стало развивать, поэтому ты стала уже форсировать. Два уха, и ты стала форсировать, то есть ты не распределила. Ну, еще тише, да, начинаем? Надо начать. Вот это, да? У тебя огромный расход дыхания, но дока ты бери после каждой фразы, ты не хочешь брать дыхание. После каждой бери, она расщепит звук, он не будет такой, вот понимаешь, прямо такой. Действительно тебе, куда тебе? Ее надо распределить всю фразу. Всю фразу. Поэтому поработаешь над этим делом сейчас. С самого начала или какой-то кусочек. Ты только говори вот так, понимаешь? Вы на уроках должны тоже не молчать. Сказать, Наталья Викторовна, я вот в этом кусочке, можно я еще раз его отдельно пройду? Потому что мы гоняем с самого начала вещь, потом бах, на этом куске мы тормозим. Что сейчас еще перед тем, как ты сначала до конца будешь петь? Что повторить? Какой? Во втором куплете мне получается, ну там тоже по-другому будет. Вот так в конце, но не в конце. Второй куплет, то есть вторая половина второго куплета? Нет, первая половина. Первая половина, поем второй куплет. То есть сначала этот кусочек. И остановимся там прям конкретно, что там не так у тебя. Пошли. Вот простите, Саныч, вот это тоже нота-то не та. Она все время не та. Она, ты как бы выигрываешь тем, что там испанский язык, там что-то такое вот непонятное, но там точная нота. Это нота. А почему она с тремором вот с этим, там непонятно что там? Слово какое? Тремировас. 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 На-н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 а. Все рядышком. Поет. И... Ну возьми ее сейчас, пока ты мелодию выверяешь, пусть будет без особых там оттенков, без там все. Но ты спой ее точно, потому что мы сомневаемся с Исаом Владимировичем, мы не можем закрывать глаза-то на это дело. Пошли. Хорошо. Толкнула, но чисто. Я вторую часть заиграл. Ну все, еще разочек. Каждый раз это включить мне это не стоит. Нет. Сыграй в той тональной. Ну и что? Ну, сейчас транспонирую, как это будет. Ноты те, а теперь в ритме и... Ну ладно,
славно стукнула, ну, по крайней мере, точно. Еще разок и дальше поем. С самого начала. Это должно быть послушно. С самого начала. Сцена твоя. Давай так. Не бери слова. Мы говорили о том, что ты уже будешь их знать. Подглядывай. Ну, подглядывай, но просто. Ой, еще лицо. Все, все. Можно? Слышала, как я тебе рассказала. Ну, да. Это смерти подобно, ваш ракурс анфас. Никаких глаз в глаз, никаких. Между и слезу в глаза. Значит, ну с нотами разберешься, потому что... Я переврала. Там. Переврала, конечно. Не, за вторым разом вышла из положения, переврала, но вышла потом на это, но нашлась, как говорится, как обычно, потому что ты у нас профи, ты у нас артистка, ты у нас куда деваться. Вышла из положения, но потерялась сразу, понимаешь, пространство вот это вот, когда вот не уверена, все, материал и не уверена, все. И вот и начинается. Не получилось что? Были очень хорошие моменты, были очень хорошие. По нотам все, там мелодию будешь учить. Интонация, чтобы было прямо вот вкусненькое каждое. Не получилось до конца кульминация, пока она не получилась.
Потому что должно быть на таком контрасте, она должна быть mm-hmm. такая, и потом вот это вот смирение, понимаешь, все. Да ничего не меняется в мире, и все, и понимаешь, он сначала он возмущается, голос твой, он возмущается. Да что ж это такое-то, ну все, все одно да потому, одно да потому. А потом сел вот так, сказал, ну и что я это, что я что-то изменю, что ли? Ну и что теперь? И происходит вот это вот. Сначала он ропщет, как бы, вот это вот твое, вот это вот крещендо твое, кульминат. То есть на припеве на последнем сразу? Нет, ты должна сделать вот этот вот. Ты хорошо началась? Садыч, давайте еще разочек. Давай. Ничего я и тут, понимаешь, вот оно приходит, как бы, вот тут как бы переклинило у человека, вот он орёт в мире, в жизни, в своей, и потом вдруг бах, и резко, но это надо отыграть, иначе это будет выглядеть как, ну, да, не знаю, Асен Валерьевич, что-нибудь не то? У вас какие мысли? Вы считаете, что как? Вот так и должно быть? Или как-то все-таки затихать потихонечку, все-таки не уходить на субито? Ну, если есть возможность спеть это, сделать на крещендо, я думаю, все-таки лучше спеть это. Все спеть. Крещендо. Спеть это все. До конца спеть. Да. До самого конца. Если это нормально, как ну, мы, видите, мы исходим из наших возможностей, поэтому мы посмотрим, как. Ты работай. Ну, работай, молодец. Все равно ведь чувствуется, что ты поработала, чувствуется, что ты сдвинула. Ну, а за мелодию нам просто голову оторвут и все. И правы будут, потому что никак нельзя. Интонировать нужно чисто. Успевай, молодец, успевай. Ну, это все, конечно, приходит со временем, а у нас все галопом по Европам. У нас бабах-бабах и все, и сразу на сцену. Сразу петь. Еще раз, Дианка, привет, мы с тобой виделись, начинаем работать. До свидания, Вероничка.